Приветствую всех! С вами Марина Хайкова. Я сегодня представляю вам социальную сеть, немецкую социальную сеть Оджо. Я расскажу вам, как зарегистрироваться в ней и расскажу, в чем здесь смысл заработка, почему я здесь, почему здесь выгодно находиться и зарабатывать. Но сразу скажу, что в эту социальную сеть входит несколько сервисов, и более подробно я сегодня поговорю об одном, на котором можно зарабатывать, просматривая рекламу. Но на самом деле их много. Очень интересная здесь электронная почта защищенная, где вы спокойно, когда отправляете свою информацию. Есть возможности рекламировать себя, но об этом позже. Сейчас я покажу, как зарегистрироваться в этой программе и расскажу, что здесь можно заработать. Реферальную ссылку мы берем у человека, который вас пригласил. В данный момент я ищу ее в инструментах для привлечения рефералов. Здесь, как вы видите, есть ссылочка ваша реферальная. И более того, есть инструменты для привлечения. Сейчас баннерная реклама – это одна из самых эффективных видов рекламы. И здесь она очень представлена, здесь много баннеров. У вас будет возможность их все посмотреть, изучить. Вот. На данный момент я выхожу из своего бэк-офиса и захожу по регистрационной ссылочке. Вот. Компания подошла к работе очень серьезно. Начала она набирать уже себе партнеров в свою социальную сеть в начале 2013 года. На тот момент, когда я регистрировалась, в компании была 141 тысяча участников. Вот, на сегодняшний день, 12 октября, уже 224. Я регистрировалась 6 октября. Вот посчитайте, за неполную неделю какой прирост пользователей. Вот. А это те люди, которые смотрят рекламу. Вот тут немножко не видно. Сейчас я поправлю экран. Вот сидят, кликают, работают и зарабатывают деньги. Значит, об этом чуть позже. Сейчас возвращаемся к регистрации. Мы выбираем «Зарегистрироваться», заполняем поля. Если в тот момент, когда вы вышли на регистрационную форму, еще не выбран русский язык, если вам комфортно именно этот язык, выбирайте русский. Если какой-то другой, это международный проект, международная программа, поэтому вы можете выбрать языки, которые здесь представлены. Данные заполняем латиницей. Тут, в общем, все понятно, ну, проговорю. Логин выбираем тот, который мы хотим видеть в системе. Пароль. Еще раз подтверждение пароля. Выбираем электронную почту. Сразу рекомендую выбирать почту Gmail. Здесь мы указываем email вашей платежной системе Payza или PayPal. Либо та, либо другая система. О платежных системах мы поговорим в другой раз, позже, пока сейчас вы просто здесь их указываете. Здесь указывается логин спонсора, который вас пригласил. И это того человека, который будет вам давать информацию об этом замечательном проекте. Дальше указываете имя, фамилия латиницей, адрес, телефон в международном формате. Ну, тут я думаю, что вы тоже справитесь. Пол свой выберите и дату рождения. Здесь вы выбираете секретный вопрос и, соответственно, ответ на него. Сразу рекомендую где-нибудь его записать в блокноте, чтобы потом не было проблем с его поиском. Он вам еще пригодится. Дальше набираем капчу. Если вдруг она нечетко видна, то вы еще раз можете по ней клацнуть, ну, до тех пор, пока она вам будет разборчива. Набираете ее. И дальше принимайте условия соглашения. Я сейчас регистрационную форму нажимать не буду, я уже зарегистрирована. Нажимаете регистрация, и после этого вы переходите в свою электронную почту, которую указали при регистрации. Вот. Я уже внутри этого письма нахожусь. Вы ищете это письмо, либо оно сразу видно, либо находите его в папочке «Спам». Заходите в письмо, и у вас вот приходит такой идентификационный код, верификационный код. Вы его полностью копируете, обратите внимание, чтобы не захватить лишнего, и чтобы все аккуратненько скопировать, и вставляете этот верификационный код в
форму, которая у вас остается при переходе, когда вы нажимаете за слово «зарегистрироваться». Дальше вы попадаете вот на такую форму уже входа в бэк-офис. Вход. При регистрации я не рекомендую указывать дополнительный пароль, чтобы легче было заходить. Достаточно ввести логин, когда вы заполняете пароль. Вот здесь ничего не надо, и набираем капчу, опять же, если с ней надо бороться, значит, ее меняем, если сразу она понятна, набираем сразу. Внимательно следим за регистром, потому что по опыту много проблем возникает именно в этот момент при входе в бэк-офис. Кто любит пользоваться виртуальной клавиатурой, можно пользоваться, мне это не нравится, я захожу вот таким образом. Ну вот не получилось у меня с первого раза, где-то там что-то не то клацнуло, еще раз. Капча — это любимая вещь многих. Итак, заходим в бэк-офис. Вот, и теперь поговорим, конечно, о самом интересном, о заработках. И сразу скажу, здесь есть три варианта участия. Это бесплатный статус. Статус премиум — это $39 мы платим за год. И есть статус премиум плюс, когда мы платим $39 ежемесячно. Ребят, я скажу так. Я со своими партнерами о статусах бесплатном и премиуме даже не говорю. Здесь выгодно работать только на статусе премиум плюс. Это с моей точки зрения. Каждый вправе выбирать для себя сам. Я просто расскажу, что каждый из этих статусов дает. В этом разделе мы просматриваем платные сайты, мы кликаем и каждый день просматриваем сайты. То есть вот кликаем, ну у меня сегодня уже все просмотрено, я так спонтанно решила уже записать сегодня видео, так что у меня все уже записано. Будут другие видео, где будет более подробно это все уже показано. Пока информации очень мало о проекте, ну, какую могу, даю, пользуйтесь, работайте и зарабатывайте. На бесплатном статусе, вот у меня уже статус премиум плюс, я получаю, просмотрев там ролики, сайт 30 секунд, 60 секунд, вот такие вот центики там. То ли 3 цента вот у нас есть, то ли 15 центов, ну, в общем, это копейки. В день там набегает что-то, даже не буду на этом сильно останавливаться. Кроме этого, можно будет просматривать видео. На данный момент этого еще нет, то есть еще все в развитии, еще будут другие функции, будут другие заработки. И в этом пункте тоже будут, опять же, я сразу перейду к тому главному, ради чего я здесь нахожусь. Здесь я нахожусь ради заработка, который вам дает люди, которых рефералы, которых вы можете приобрести у компании. Это дается только на платных статусах. Возможность нет. На бесплатном статусе тоже можно купить 50 рефералов. Это максимум, что можно купить на бесплатном статусе. На статусе премиум можно купить 250 рефералов. Они будут кликать, работать, и вам в день будут приходить денежки. Я сейчас скажу, о каком доходе идет речь. Вот, ну и тот пакет, ради которого я все это заделала, ради которого я здесь, это премиум. Он позволяет купить 2000 партнеров. Что это нам дает? Сразу скажу, компания не дает их купить сразу, одним махом. В день можно купить от 1 до 200 партнеров каждые 3 дня. То есть каждые 3 дня можно купить от 1 до 300 до 200 партнеров. Сейчас покажу. Купить рефералов у нас можно вот здесь. Вот вы как раз увидите. Вот они, эти расценки. Самое главное, купили вы то ли одного партнера, то ли сразу 200 за один раз. Покупку можно делать раз в 3 дня. То есть сразу 2000, ну, никак не получается выкупить. И на практике я только сегодня собираюсь выкупить первых своих 200 партнеров. Вот у меня еще и ожидаю денежки, чуть позже запишу ролик, как это у меня произойдет. Моя спонсор уже купила 600 партнеров. И с каждых 200 партнеров получается в день где-то $6-7. Скажу итог.
Здесь нельзя назвать точную сумму, сколько вы будете получать, потому что это не хайп, это не проект, который мыльный пузырь. Здесь люди реально работают, кликают и зарабатывают деньги. Поэтому могу сказать только приблизительно, что когда у вас уже будут куплены все 2000 партнеров, доход будет составлять где-то 60-70 долларов в день. Вот. Но это будет зависеть от того, как работают рефералы. Компания очень грамотно строит работу. И бывают ситуации, что люди подписаны, они к вам попали как рефералы, вы их оплатили, а они не работают. Вы смотрите, тут есть статистика, вы можете проверять, кто сколько кликал. И вы смотрите, что человек не работает, а кто-то работает. И у вас есть возможность работающих к себе прикрепить, оставить у себя. И у вас будет уже формироваться база активных, хороших рефералов, которые будут кликать и зарабатывать для вас денежку. А те, которые неактивны, вы их не закрепляете, они уходят из базы, и через 3 дня идет обновление. То есть неактивных вам заменяют. И там уже как повезет. Опять какой-то процент придет активных, и вы так постепенно сформируете у себя максимально эффективную базу рефералов. Что вам еще надо, чтобы зарабатывать? И еще раз повторю, сейчас мы говорим только вообще о пассивном варианте. Это когда вы проплатили статус, купили партнеров и зарабатываете. Чтобы получать деньги, надо заходить самому. Здесь вот даже написано красная такая большая строчка. И делать 4 просмотра в день лично. Это чтобы получать доход. Ну, то есть, ребят, я вам скажу так. 4 раза зайти на сайт, кликнуть по 1 минуте, по полминуты, по 3 секунды. Это в состоянии сделать каждый из нас, потому что мы тут в интернете живем. Люди, которые, партнеры, которые не заходят больше 14 дней в программу, не кликают здесь, не заходят, компания может их заморозить, их аккаунт. Вот, то есть это как бы задача здесь, заработок на этом, поэтому активность проявлять надо. Человек, который не проявляет активность 60 дней, не заходит сюда вообще, забыл, да, забил и забыл. Он вообще, компания его может детерминировать, ну, то есть аккаунт удалить. Но это все равно можно все решать. Человек там вспомнил, одумался, захотел работать, ну, просто чтобы его пустое место не болталось в системе. Это то, что касается заработка полностью пассивного, да, пришли, оплатили статус 39 долларов, и каждые 200 партнеров вам будет обходиться 40 долларов. Вот так в течение месяца вы можете выйти на пассивный доход 60-70 долларов в день. Вот. Я надеюсь, вам нравится это предложение. Уже можно, да, присоединяться и работать. Кроме этого, есть еще активная часть. То есть люди, которые приглашают партнеров на статусе премиум, они получают 10 долларов с проплаты партнера. На статусе премиум плюс они получают 20 долларов с каждого партнера. А теперь вспомним, что на статусе премиум плюс у нас проплаты ежемесячно. Итак, пригласив 10-20 человек, которые будут у вас ежемесячно проплачиваться, вы будете ежемесячно с каждого из них получать по 20 долларов. И вот тут тоже поработали немножко, пригласили людей, и уже в следующем месяце у вас уже идет пассивный доход. Люди, рекомендую сразу приглашать людей на платные статусы, потому что на бесплатном здесь, ну, с моей точки зрения, делать нечего. Вот. Надеюсь, вам информация была полезной, интересной. Вот. Вы также полюбили уже этот проект или еще только думаете это делать. За информацией обращайтесь под этим видео. Есть моя реферальная ссылка, есть мой скайп. Обращайтесь, если у вас есть уже, вы уже зарегистрированы и вы просто смотрите это видео в поддержку, это замечательно, значит, у вас прекрасный спонсор, обращайтесь к нему, он вам все поможет, подскажет. И, конечно же, даже если вы зарегистрированы у кого-то, вы можете обращаться за вопросами ко мне. Вот. Ну, это все, что я хотела рассказать на данный момент. Будут вопросы, пишите прямо на канале. Буду отвечать, буду снимать следующие ролики, буду рассказывать о следующих сервисах, потому что здесь это не единственный вид дохода. В общем, будем работать, здесь вообще очень все серьезно. Рада была представить вам информацию. С вами была Марина Хайкова.
Больших вам чеков, удачи, позитива. Будем дружить, общаться и зарабатывать вместе. Всего доброго. Топ.